Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Когда мы открываем бутылку с растительным маслом, в горлышке бутылки можно увидеть круглую пластиковую крышку, которую мы вынимаем и выбрасываем в мусорное ведро. Однако немногие знают, что ее нельзя выбрасывать, потому что она выполняет важную функцию и по-прежнему будет нам полезна. У каждой бутылки с растительным маслом есть тонкая круглая пробка с пластиковым кольцом под крышкой. Обычно мы выбрасываем ее после открытия очередной бутылки, считая, что она служит лишь защитой от вытекания масла. Это могло бы произойти, например, при упаковке покупок в пакеты, и тогда бы весь багажник машины был бы покрыт жиром. Жирным маслом, которое трудно очищается. Однако на этом ее роль не заканчивается. Отвинтив крышку и сняв пробку, не выбрасывайте ее в мусорное ведро. Переверните ее вверх дном и снова вставьте в горлышко бутылки, просунув кольцо через пластиковые пазы. Это предотвращает разбрызгивание масла, когда мы выливаем его из бутылки на сковороду или добавляя в салат. Такой простой прием поможет экономнее расходовать масло. Пробка отлично работает как дозатор, позволяя использовать только такое количество масла, сколько вам нужно для готовки, не беспокоясь о том, что мы расходуем его слишком много. А знал ли ты о таком лайфхаке раньше? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.